границы. Я не знаю вот четко, что такое шоу-бизнес, а что такое искусство. Ну вот человек поет хорошо, и он участвует в шоу-бизнесе, но он же занимается искусством. Вот это искусство. Значит, бизнес — это где-то торговля, продажа, правильно, да? Ну, значит, а не продается вдохновение, но можно рукопись продать, значит. Ну, все, кто занимается искусством, продают свое искусство, правильно? Иначе бы они не смогли жить. Значит, надо же зарабатывать, да, именно этим, тем, что умеешь делать. Поэтому ответить, где они пересекаются, да везде они пересекаются.